по-русски я об этом не писала. Поэтому я же не думала. Я думала, так как тексты я читала по-русски, но сейчас это будет попытка после английского и украинского вернуться к русскому оригиналу и вот сказать о том, чем я занималась в научном плане последние несколько лет. Ну, началось то все с того, что во время моей учебы в Германии, в Международном университете Бремена, руководитель моего диплома, который меня рекомендовала в университет Изабель Бюнша, предложила мне работать на кафедре в качестве переводчика текстов русских авангардистов на английский язык. Она сама специалист по русскому авангарду, и ее более всего интересовал Михаил Матюшин. И в основном я занималась переводами как раз Матюшина, ленинградский художник. Но однажды она принесла мне папку с тоскоких листов Владимира Стерлига, о котором сегодня также будет идти речь. И когда я ее открыла, удивилась тому, что начиналась она во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, и далее там были также тексты каких-то молитв, ну так я полистала. Ну, это было интересно. Ну, во-первых, это было интересно, потому что как раз тогда это стало мне близко. А во-вторых, это было интересно как раз потому, что это не укладывалось в какую-то картинку авангарда, которым занималась Изабель, которая на тот момент у меня была в голове. То есть сочетание русский авангард и христианство, причем православное христианство, было довольно странным. Вот. Ну и вот этот интерес и побудил меня глубже разобраться в проблеме и затем написать об этом работу. Действительно, вот в этих дневниковых записях Стерлигова, конспектах лекций, которые я получила, в основном 1960-х, начало 1970-х годов, были, с одной стороны, отсылки к Казимиру Малевичу, учеником которого был Стерлигов, а с другой стороны, к православному богословию, ну, в разных его формах. И тогда же я решила разобраться с одной стороны с Малевичем, а с другой стороны с тем богословием, вот о котором там шла речь. Вот. Ну и что родилось из этой попытки, я сейчас постараюсь рассказать. Проблема как таковая, она шире, чем, собственно, Малевич и Стерлигов. Это, в принципе, проблема соотношения русского авангарда и христианской духовности. Русским авангардом занялись ну, во времена перестройки, позже, в 90-х годах, довольно серьезно. В 2000-х уже годах пришли к тому, что авангард существует не как единое целостное явление, а как разные национальные школы. Стали говорить не просто об русском авангарде, стали также говорить об украинском авангарде, о венгерском авангарде, ну, о разных восточноевропейских авангардах. В принципе, авангард стали употреблять во множественном числе. Но, собственно, о богословском измерении авангарда и вот соотношении с христианским богословием писали мало так эпизодически, а отношение это очень интересно, тем более, что происходило оно в рамках советской культуры, в которой парадоксально, как авангард, который был революционен и ну, боролся с традицией, так и православное христианство, наиболее ну, консервативное, традиционное, оказались на маргинезе. Они и другое были противопоставлены официальной идеологии, и таким образом ну, оказались рядом, оказались вот родственниками. И, наверное, вот такие вот парадоксальные сочетания и родились благодаря вот этой вот близости. Вот. Ну, теперь перейду, вот конкретно я сначала остановлюсь на богословском измерении Казимира Малевича и затем перейду к тому, что получилось у Владимира Стерлигова. Казимир Малевич жил с 1878 по 1935 год, родился он в Пархомовке в Украине, жил и работал в Москве и в Петрограде, и в Ленинграде затем, и в
Киеве и в Беларуси, в Витебске, конечно же. То, о чем буду говорить я, касается годов его работы в Ленинграде. И говорить я буду о его теории приборочного элемента и теории супрематизма. Владимир Стерлигов жил с 1905 по 1973 год, вначале в Москве, затем переехал в Питер и там учился в созданном в начале 20-х годов Малевичем Государственном институте художественной культуры, ГИНХУ. На отделении живописной культуры, то есть именно том отделении, которым руководил Малевич. То есть Стерлигов учился непосредственно у Малевича, имел возможность изучить все то, что ему преподносил учитель. Затем с 1930-х годов начинается, даже в конце 20-х, начинается неприятие властью и обществом во многом авангардного искусства, искусства Малевича, травят как Малевича, так и Стерлигова. Если Малевич не выдерживает и в 35-м просто умирает, Стерлигов, который был намного моложе, его попадает в лагерь под Карагандой, где пребывает около 5 лет, затем возвращается и работает как художник журнала «Мурзилка», состоит официально в графическом отделении Ленинградского союза художников. С одной стороны, это его официальная такая работа. С другой же стороны, он продолжает какие-то поиски в том направлении, которому он учился в Гинкуке, но в другом ключе, так как после опыта лагеря он обращается к христианству. Но здесь маленькое уточнение. Не то, чтобы он стал новообращенным. Он воспитывался в православной среде, происходил из дворянской семьи и до революции имел тесный контакт с православием. Его мать была игуменей московского подворья Новодевичьего монастыря, и он часто там бывал. Ну, затем во время революции он от этого отошел, а вот после этого опыта лагеря вернулся. Но здесь возникла проблема, как соединить вот его христианское мировоззрение, которое все более и более формировалось, с вот тем художественно-формальным образованием, которое он получил у Малевича в Гинкуке. В 1960 году он эту проблему решил. И как именно, я расскажу во второй части моего доклада. Ну а в первой остановлюсь на, как я уже упоминала, теории прибавочного элемента Казимира Малевича и его теории супрематизма или мира как беспредметности. Ну, прошу прощения, здесь подписи к изображению будут на украинском языке. Это связано именно с тем, что работа я писала по-украински. В чем состояла теория прибавочного элемента Малевича, каково ее богословское измерение, зачем она была вообще нужна? Малевич искал объективности в искусстве, обвиняя в субъективизме искусство, которое существовало до него, до современности. В 1920-х он писал, что искусству необходим объективный подход. Отдел живописной культуры исследует всех живописцев аналогично тому, как исследуются пациенты в медицине. Ну почему медицина? Медицина как наиболее научная, наиболее объективная сфера. А люди, которые страдают от болезней, разделены на разные типы заболеваний. И не следует объединять их в одну категорию, не следует применять один метод лечения к разным пациентам. Методы и способы лечения существуют и производятся соответственно, с болезнью. Далее. В школах искусств, где необходимо изучать все отклонения в живописи, точно так же, как изучают болезни в медицине, эстетический подход более невозможен вследствие острого субъективизма индивидуальности, и ему на смену должен прийти объективный подход. Прибавочный элемент как раз и есть проявлением этого объективного подхода. Это некая конфигурация формальных элементов, как правило, прямых и кривых,
которая является алгоритмом, определяющим систему, в котором исполнено произведение. Таким образом, исследовав прибавочный элемент, найдя прибавочный элемент в том или другом произведении современного искусства, можно понять, к чему оно относится. Ну, современное искусство Малевич разделил на 5 систем хронологично. Это первое, это импрессионизм, затем сезонизм, кубизм, футуризм, ну и апогей всего это супрематизм самого Малевича. Наиболее его интересовал прибавочный элемент кубизма, а именно вот такая вот серповидная прямая, рассекающая пространство. В футуризме, например, таким прибавочным элементом алгоритма было движение само по себе. Ну а в супрематизме это прямая, которая затем воплотится в, ну точнее не затем, которую можно увидеть в его же черном квадрате. С одной стороны, это очень объективный подход, ну так его планировал Малевич, с другой стороны, он очень субъективен, так как прибавочные элементы появляются в головах так называемых художников-инженеров, которые не просто копируют внешний мир, а каким-то образом его трансформируют. А как происходит эта трансформация, науке совершенно непонятно, это просто ну, гений. И самым великим из таких гений является сам Малевич, которому явился буквально как видение этот прибавочный элемент прямой. Но на самом деле все еще более интересно, так как прибавочные элементы, все эти алгоритмы, системы, это не просто ну, некие формальные такие изыски, инструменты. Это элементы мировоззрения. Поэтому искусство новое и искусство супрематизма, как вот кульминация этого нового искусства, это создает и исследует не только существо живописи, но и существо вообще мироздания беспредметного. Что, собственно, означает слово супрематизм? Вначале Малевич употреблял это слово для обозначения доминанты цвета над предметом и над вообще формой, и над линией. То есть это обозначало трансгрессию света, цвета. Потом для Малевича этот термин стал обозначать трансцендирование как превосхождение, то есть ну, некая трансгрессия. Само слово происходит от латинского корня «супрем», которое означает наивысшую ступень или верховенство. И таким образом это становится, супрематизм становится трансгрессией границ искусства для того, чтобы прийти к совершенно новому и оригинальному объяснению всего мира. То есть это не просто искусство. Вот Джон Голдинг, который исследовал также супрематизм Малевича, писал, что Малевич возложил на искусство абсолютно невозможное бремя тем, что начал рассматривать его как панацею для философии, для образования, для политики, в конце концов для самого общества. Возложив этот тяжелый ношу на супрематизм, Малевич превратил его из нового взгляда на искусство в новый концепт космоса. Ну и чтобы понять, как это происходило, следует обратиться к трактату под названием «Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой», который Малевич написал в 1922 году. Ну, еще одна маленькая ремарка относительно самой темы. Стерлигот, вот когда я читала его дневниковые записи, говорил о Малевиче с большим уважением, с большим трепетом, всегда называл его учителем с большой буквы, и у меня лично это вызывало некое недоумение. То есть как человек, который исповедует христианство, с одной стороны, может считать своим авторитетом Казимира Малевича, который ему вот как-то даже с первого взгляда не ассоциируется с христианством. И затем я стала читать о Малевиче. И, как ни странно, во многих исследованиях Малевича со стороны искусствоведов, мне богословов нашла отсылки к каким-то христианским элементам у Малевича. Об этом я скажу позже. Ну и это меня побудило прочитать, ну, собственно, самого Малевича, чтобы разобраться, насколько такие отсылки легитимны. О чем речь идет в первой части трактата «Мир как беспредметность или вечный покой»? Малевич говорит, что начало всего
Это беспредметное возбуждение. Началом и причиной жизни я считаю возбуждение как нечто неосознанное, без числа точности, времени, пространства, абсолютного и относительного состояния. Вот это вот беспредметное возбуждение имеет вторую и третью стадию. В третьей стадии оно переходит в мысли, и, во второй точнее, а в третьей в фактическую жизнь. И если вот эта первая стадия, само беспредметное возбуждение, это собственно беспредметное возбуждение, то мысли и фактическая жизнь – это предмет, с которым борется Малевич. То есть беспредметность в случае Малевича означает не борьбу с предметом и пропаганду беспредметности как чего-то, ну там, я не знаю, вот борьба с телефоном, потому что он предмет, или там компьютером, или столом, стулом. Предмет – это что-то гораздо шире. Это любая любое объективированное явление, то есть мысли предметно, высказывание предметно, идея предметно, все вот это вот предметно, и по сравнению с вот этим исходным возбуждением второстепенно. Причем вот это вот возбуждение представляется некой настоящестью, подлинностью, в то время как предмет представляется как бы охлажденной формой этого возбуждения. Ну, а из этой позиции задание художника, который работает в супрематизме, состоит не в том, чтобы организовать формальные элементы в какие-то абстрактные композиции, а в том, чтобы выявить вот эту вечную жизнь беспредметного возбуждения в искусстве. Вторая часть трактата «Мирная беспредметность или вечный покой» — это брошюра «Бог не скинут», которую Малевич написал еще до 20-х годов, а затем интегрировал в трактат. «Бог не скинут» под заголовок «Искусство, церковь, фабрика». В 1930-х годах Малевич подарил ее Даниилу Хармсу со словами «Идите и останавливайте прогресс». И вот как раз в записях Стерлига часто встречается отсылка к этой брошюре. «Бог не скинут», сказал Малевич. И Стерлигов как-то так говорит, что это очень важно. Вот. Но само название также эквивалентно. С одной стороны, у Малевича в трактате получается, что «Бог не скинут» означает то, что Бога как предметную репрезентацию, которая вот у нас в голове существует, скинуть невозможно. Она все равно появляется. То есть это какое-то буквально неизбежное зло. Мы все опредмечиваем. Таков закон. Интересно, что в статье «Ванька встанька» в 1923 году в ответ на обвинение в религиозном обскурантизме со стороны, между прочим, левых, Малевич пишет, ну это по поводу того, как мы все предмечиваем, в том числе и Бога. «Комсомольцы хотели войны с богами, они хотели скинуть Иосифа, Марию и Иисуса. И смотрите, что получилось. В 1922 году Мария породила Иисуса, а в 1923-м комсомольца. Таким образом, комсомолец стал сыном Иосифа, а Мария – матерью, а Иисус – братом. Они хотели скинуть, но породили самих себя. Таким образом, Бога тут тоже не скинуто, и если мы скинем Бога, мы сами станем им». То есть, что бы мы ни делали, предметного сознания и предметного Бога невозможно избежать. В нашем сознании Бог – это необходимо предмет среди других предметов. И Бог церкви – это вот такой вот Бог. А с другой стороны, название «Бога Бог не скинут» не означает, что Бога вообще нет. Существует некий такой беспредметный Бог, супрематический, который вот лежит вне предметности. Малевич пишет: «Сознание человека ожидает катастрофы, ожидает своего конца, ожидает смерти. И то же сознание сосредоточило в одном месте бессмертие или вечность, назвав ее Богом. Эта единственная единица несмертна, она свободна от катастрофы. Таким образом, у Малевича практически везде происходит, это для научности всего этого, в ней была признана беспредметная сущность, которая не подлежит катастрофе. Умерло то, что называлось материей, умерли все имена определения, все это
все это оказалось несуществующим в Боге, и поэтому он свободен от смерти. Ну, вообще понять, как пишет Малевич, а что, достаточно трудно, он принципиально пишет непонятно. То есть он противоречит самому себе и что-то вот извлечь, возможно, только вот перечитывая это все, как-то что-то сопоставляя, и то никогда не будучи уверенным, что ты понял, что он имел в виду, так как он тебя принципиально запутывает. Но суть в чем? В том, что все же существует вот этот Бог, который не скинут, он лежит вне предмета, он, собственно, и есть вот это беспредметное возбуждение, и он абсолютно безразличен предметам, то есть творению. Между ними существует некоторый разрыв. Что касается христианского аспекта этого всего, ну, Малевич сам был по крещению католик. И католицизму больше симпатизируя готической архитектуре, ну, как проявлению в искусстве наиболее яркому католицизму. Он писал: если византийская архитектура храмов указывает на концентрацию веса в центре, противопоставляет себя распылению, она в себе замыкается, а готика выходит из центра, как будто устремляется в мировую подлинность, творится в ней и хочет в ней раствориться. Молитвы молитвенников в готическом храме возносятся вверх или наружу, в византийском храме они остаются в себе. Личность во втором случае, имеется в виду в византийском храме, хотя и предполагает Бога, в котором хочет раствориться, все же остается замкнутой в себе. А в первом случае она растворяется сразу же. Византийский храм – это монумент замыкания, готический храм – это монумент раскрывания. Я того, кто молится, в первом случае не растворяется, а во втором растворяется. Вот. Ну, об этом пишут исследователи, что вот есть, очевидно, какие-то все-таки корни католические у Малевича. Но также у Малевича находят и православные истоки. В основном обращаются исследователи в этом случае к традиции иконы и к апофатическому богословию. Ну, в чем состоит влияние икон? Малевич в своей автобиографии сам писал, что, живя как раз вот в украинской деревне, он был очень впечатлен иконой, народной украинской иконой и народным искусством. А затем, когда он прибыл в Москву, там его также впечатлили иконы. Но при этом икону он рассматривал не в собственном богословском каком-то ключе, а как линию деревенского искусства. Для него это было вот, ну, такое вот эмоциональное что-то, яркое, настоящее. Ну и, конечно же, вот Горбачев издал недавно книгу «Малевич и Украина». Вот в этой связи «Малевич и украинского села» находят также и какие-то корни его творчества. Но вот, например, часто сравнивают ранний первый деревенский цикл Малевича с иконой. Ну, например, вот его жрица. Жница и Борис и Глеб. Ну, так случайно получилось, что сегодня праздник. Значит, сходство это состоит, например, вот в этом случае в схожих каких-то цветовых решениях, в отсутствии часто у Малевича линейной и центральной перспектив. Потому что Малевич отдает преимущество темно-зеленым, светлым желто-оранжевым тонам, вот здесь это как в новгородской иконописной школе, в монументальности изображаемых фигур, ну и в конце концов часто в квадратном формате работ. Ну и широко известно, что свой черный квадрат, первый свой черный квадрат, Малевич называл оголенной, освобожденной от рамы иконой своего времени, и сам черный квадрат часто называли иконой супрематизма. Но здесь я все-таки сделаю два слова экскурса в историю черного квадрата. Впервые эта идея появляется в опере «Победа над солнцем», где задник сцены, ну это опера, в какой-то момент
на него, значит, опускается черная завеса, такая квадратная, она как бы побеждает Солнце. Затем были еще вот какие-то такие эпизодические его проявления. Ну, например, вот Казимир Малевич, затмение Солнца с Моной Лизой, вот так же квадрат, как затмение. Ну и вот в 14 или 15 годах, там разные интерпретации, появляется наконец вот, собственно, черный квадрат. Интересно, что на выставке 010, последняя футуристическая картина, выставка, так ее называли, черный квадрат, был размещен как бы в красном углу, ну, в комнате, где производилась эта экспозиция. И Верена Кригер, исследовательница Малевича, пишет, что Малевич фактически был единственным из русских авангардистов, кто не просто использовал какие-то элементы иконы, ну как Гончарова и Ларионов, например. Ну известно, что если, например, западные художники авангарда часто обращались к искусству колоний, к экзотическому искусству, вдохновлялись африканским искусством, например, вот как Пикассо, как другие, то в России место вот этого вот экзотического искусства в какой-то момент заняла икона, и все, открыв икону, а в 10-х годах прошло две большие такие выставки иконы, когда вот первозданная просто икона открылась, все они как-то полагались на икону, но никто из них, кроме Малевича, не предпринял попытки создания, собственно, своей иконы, поставить что-то на место иконы. Ну вот, в 20-е годы Малевич создает свою знаменитую триаду. Это квадрат, крест и круг. И также, вообще, по поводу квадрата, конечно, написано бесконечное количество теорий. Ну вот, согласно одной из них, Малевич в квадрате боролся с христианской троицей, предприняв попытку поставить на ее место некую четверицу. Ну, то есть концепт троицы его очень сильно не вдохновлял. Ну и вот здесь мы видим такой себе автопортрет Малевича в двух измерениях, где он сам становится своим произведением. Ну, на позднейшие, ну, это к этому слайду я еще вернусь, на позднейший, вот второй, так называемый деревенский цикл Малевича, и супрематизм его предыдущий, и икона, с которой супрематизм был связан, также оказали влияние. Это постсупрематические же образы Малевича, то есть это вот эти образы крестьян, а крестьянский цикл, не деревенский, конечно, крестьянский цикл, они как бы пропущены через вот эту призму черного квадрата, и вот оттуда происходит их ну, такая вот безликость. Ну, а вот это так называемый, ну, это голова крестьянина или так называемый крестьянский спас у Малевича, который тоже как-то сравнивают с иконой. Ну, тут получается такая интересная вещь. С одной стороны, существуют исследователи, искусствоведы, которые представляют Малевича в связи с иконой очень сильно. С другой стороны, существует такое характерное мнение среди церковных людей, что Малевич это, конечно же, ну, что-то страшное, что-то, что несет опасность, супрематизм, это сумасшествие, это даже сатанизм. И при этом, вот когда этого человека спрашиваешь, а в чем собственно, почему, вот какой-то такой осмысленной аргументации не находишь. То есть это на уровне ощущения происходит. И мне хотелось просто найти вот какое-то более рациональное основание, почему, собственно, черный квадрат радикально действительно противостоит вот иконописной традиции, вообще православной традиции. И с моей точки зрения, вот главное отличие, вот, почему черный квадрат совершенно неприемлем в богословском смысле, для того, чтобы его сравнивать с иконой, состоит в том, что Малевич полностью отрицает образ. Не просто икону, как изображение на доске, там, Богородицы, Креста, святых, а образность мира в целом. Ну вот еще в 7 или
8 веке Иоанн Дамаскин выделил несколько категорий образов в соответствии со ступенью их участия, участия образа в его прототипе. Это природный образ в Святой Троице. Далее это образ мира как такой, который существует в предвечном совете Бога. Это образ Бога в человеке, сотворенном по образу и подобию Божию. Это образы видимых вещей в той степени, в которой они представляют вещи невидимые. Это образы будущего, которые можно увидеть в предметах или событиях настоящего. И в конце концов это образы прошлого, которые существуют, чтобы поддерживать живой память про человека или, или события в прошлом. И ну, я не буду тут так детально останавливаться, но суммируя, следует сказать, что вот Эндрю Лауэр там как раз пишет, что в православии образы опосредуют, образы связывают одну вещь с другой, образы делают возможным смысл. И это потому, что таким, таков мир, таким Господь сотворил мир. Все пребывает в связи со всем, и все взаимосвязано, и образы раскрывают эти отношения и взаимоотношения. И вот Валерий Лилипакин, который несколько книг об иконе написал, высказывает схожую мысль о том, что возможности использования слова «икона» в отношении православных явлений являются исключительно или вообще бесконечно широки. Все есть икона и все есть иконично. Да, существует вследствие грехопадения разрыв этой иконичности, но благодаря событию воплощения он все же может быть преодолен. Ярослав Пеликан указывает на то, что в этих категориях образов первые являются метафизичными, а метафизическими, а последние две историческими, вот образы вещей будущего и прошлого. И до события воплощения между первыми и вторыми разрыв непреодолимый, а событие воплощения, оно как бы исцеляет эти разрывы. Вот. А что же мы видим у Малевича? Малевич пишет так. И что такое образ? Это наша неспособность видеть оригинал. Или вот еще такая цитата. Фиксация фантомных образов – это занятие священников и художников, так как они не видят никакого другого мира и не могут его создать, они видят только мир образов. Люди принимают как религиозный, так и художественный образ как факт. Изо всех сил они утверждают художественный и религиозный реализм как образ высшей реальности, посредством которого они мыслят вновь обрести реальность для себя, а реальность снова окажется покоем, то есть ничем другим, как беспредметностью. Ну вот, или еще такая цитата. Нужно вылечить этих людей, то есть разрушить память, в которой существует этот фантом или этот образ, и убить его. То есть раскрыть череп, освободить материю из фантомного образа, привести ее в состояние бессознательности, превратить ее на примитивную инфузорию. Ну, то есть для Малевича образ как таковой является таким же предметом, как и вообще все предметы вокруг. Образа как вот этого большой цепи образов мироздания, он вот такого органичного, он не видит. И с образом он борется точно так же, как и с любым другим предметом. При этом, конечно, получается парадоксальная ситуация, потому что Малевич, который борется с образами, активно продуцирует и репродуцирует эти образы. Он плодит квадраты, плодит круги, плодит эти супрематические композиции. И в этом, кстати, тоже некоторые исследователи видят параллели с иконой. Ну, якобы у нас есть оригиналы, дальше есть списки иконы, и вот и подобно тому Малевич создает эти супрематические картины. Кстати, Витебский особенно этим стал заниматься, там вот он как раз. Кстати, интересно, что вот, например, траурные процессии сопровождаются несением этих супрематических композиций. И, ну, не знаю, знаете ли вы или нет, но гроб для себя Малевич спроектировал сам, он тоже был супрематический. То есть ритуальное тоже есть в этом
элемент. И вот Малевич плодит эти образы, утверждая, что образ есть предмет. Ситуация сложная. Сначала Малевич пишет цветной супрематизм, то есть у него там разноцветные эти супрематистские произведения. Затем он приходит к черно-белому супрематизму и затем к белому супрематизму. Черно-белый супрематизм — это черный квадрат на белом. Белый супрематизм — это уже белый квадрат на белом. Вот здесь он был, вот он. Белый квадрат на белом, его знаменитое произведение, которое он ценил всех своих супрематических работ наиболее всего. Но вот эта редукция образов доходит до того, что в 18 году он в конце концов организует выставку, в которой есть зал, в котором вообще выставлены просто пустые холсты, то есть на них даже уже нет никаких изображений. И вот после этого он приходит вновь к фигуративу, появляется во второй крестьянский цикл, но опять же это уже вот эти образы, пропущенные через вот эту безобразность, ну или безобразность, как кому больше, наверное, нравится, это образы, которые пропущены через ноль форм. Вот этот вот черный квадрат, да и белый квадрат, вообще супрематизм, Малевич называет нулем форм. И все настоящее в мире, говорит Малевич, должно пройти через этот вот нуль форм. Кроме вот иконописной традиции, связь Малевича с православием видят также в апофатической традиции, о чем я вам говорила в конце. Каким образом к этому приходят? Ну, к этому приходят из, например, вот таких высказываний Малевича из его трактата «Супрематизм, мир как беспредметность или вечный покой». Малевич пишет: «Бог не может быть смыслом, так как смысл всегда требует вопроса чего. Соответственно, Бог также не может быть человеческим смыслом, так как, достигая его как окончательный смысл, человек не может достичь Бога. Отсюда Бог не смысл, а бессмысленность. Его бессмысленность следует видеть в абсолютной окончательной границе как беспредметную». Ну вот, по мнению Курбановского Алексея, русского исследователя, Малевич создал черную букву, черную литеру, мистический знак, означаемый, который одновременно означал боль от невозможности достигнуть абсолют и экстаз от схождения к нему. Поэтому черный квадрат означал абсолютное созерцание, негативное, апофатическое качество мышления, а его цвет мог означать наивысшую эманацию Бога, нестерпимую для человеческого зрения, согласно псевдо-Дионисия Мария Бегитов. Он, Малевич, поставил под сомнение техническое качество артефакта продукции во имя качества теоретического теологического мышления откровения. Ну и далее Алексей Курбановский даже сравнивает вот белый квадрат с исихазмом. А Виктор Бычков, даже более того, утверждает, что в своих визуальных апофатических утверждениях супрематизм даже превзошел традиционную православную икону, которую сам Бычков рассматривает как катафатическую. Вот он пишет: «Основатель супрематизма приходит к такой апофазе, которая не могла проникнуть в средневековую икону. В сущность наивысшей степени искусства, то есть супрематизма, лежит в преодолении искусством своих собственных границ, проникновении за границы видимого и понятного мира, абсолютное ничто, которое, однако, не есть пустота, но есть что-то, что нельзя описать». На самом деле Малевич интуитивно пришел к ощущению трансценденции духовного абсолюта и попробовал выразить ее в цветных, черных или белых геометрических формах, которые достигли своего минималистического звучания в его черном квадрате, черном кресте и белом квадрате на белом. Сам не осознавая того, Малевич сделал последний логический шаг в развитии иконы тем, что привел ее на уровень художественно-символической апофазы. Но это такое характерное утверждение, которое встречается в разных современных исследованиях. Вот когда вот бессмысленность ее поиска Малевича приравнивают к апофазе Дионисия Ариапагита. Ну, в чем, ну, с
моей точки зрения, главное отличие вот этой так называемой апофазы у Малевича и апофазы христианской, и тут, Александр Семенович, простите, но я снова сошлюсь на Владимира Николаевича Лоскова, с которого опыт христианского богословия мне довелось прочитать и перечитать, и как-то он мне все-таки полюбился. Вот. Дело в том, что у Малевича вот этот, собственно, то есть так называемый апофатический путь связан с тем, что он постоянно борется со смыслом. Но это есть действие постоянного отрицания, как бы получается, ради этого самого отрицания. И любая остановка на этом пути отрицания представляется смертельной. В этом чистое действие супрематизма, но об этом я еще скажу. И в то время как апофаза, вот так как я ее поняла у Лоскова, Дионисия, все-таки должна привести к какому-то единению с Богом, выходу за пределы. Лоский, кстати, говорит, что апофаза является двойным отрицанием. Легче всего это сформулировать так. Бог не есть благо, но Бог не есть не благо. То есть Бог, в принципе, что-то, его нельзя никак опредметить даже в этом понятии блага. Но он, конечно, начинает с понятий более материальных, затем доходит до более сложных понятий, но все же говорит, что это как бы не а, но и не а, так математически представить. В то время как у Малевича это скорее... Это не благо, и не истина, и не то, и не все. Это постоянное отрицание, но за которым ничего не подразумевается. И если все-таки, по крайней мере, согласно Лоскому, апофатические пути, катафатические пути представляют какое-то вертикальное движение, у Малевича главной метафорой является метафора такого коловорот, это постоянное вращение вот этой бессмыслицы. То есть это смысл, который постоянно вот так вот ударяется друг от друга и необходимо разбивается. Сейчас я хочу прочитать такую длинную цитату из Малевича. Это уже не из его трактата «Мир и беспредметность» или «Вечный покой», а из его письма к философу Михаилу Гершинзону. Написано примерно в то же время, которое, по-моему, вообще намного раскрывает, приоткрывает взгляд, и вот которое, в принципе, вот, прочитать ее без комментариев, уже много чего становится понятно. Вот Малевич пишет так. «Много лет я был занят движением в своих красках, отставив в сторону религию духа. И прошло 25 лет, и теперь я вернулся или вошел в мир религиозных. Не знаю, почему так совершилось. Я посещаю церкви, смотрю на святых и на весь действующий духовный мир. И вот вижу в себе, а может быть в целом мире, что наступает момент смены религии. Я увидел, что как живопись шла к своей чистой форме действа, так и мир религии идет к религии чистого действия. Все святые и все пророки были побуждены этим же действом, но не могли его осуществить. Преградой им был разум, видевший во всем цель и смысл, и все действие религиозного мира разбивалось об эти две стенки разумного забора, становясь конечными и бесконечного не могли достигнуть. Выход религии к чистому действию становится для меня обязательным. Бесконечность действия религиозного духа является существом вселенским, и тогда в нем не замкнется его сила, ибо не будет очерчена молитва смыслом и целью. Молитва перейдет в действие бесконечного бессмыслия. Ни наград, ни обещаний, ни наказаний. Не будет ничего, что случилось с Христом, что когда накормил 5 хлебами 5000 человек, то они избрали его царем своим. А что, если Бог продержал их голодными, да и в будущем ничего не обещал? Избрали его или нет? Народ нужно вывести из всех религий, к религии чистого действия, в которой не будет никаких наград и обещаний. Не знаю, как вы относитесь к моим решениям, но я вижу в супрематизме, в трех квадратах и кресте, начало не только живописное, но всего вообще. И новую религию, новый храм тоже вижу. Разделяю супрематизм на три действия – цветное, черное и белое. В белом вижу чистое действие мира. Цветное – первое, как нечто беспредметное, но в нем начинается вывод солнечного мира и его религии. Потом переход в черное, как зачатие жизни, и белое, как действие. Я упомянул, что народ надо вывести. Я опять беру на себя роль
которую брали не одни уже. Но, может быть, его народодвижение необходимо, чтобы выйти из одного колена в другое. И сам народ должен быть чистым. Самая главная его задача есть выход из самого себя, то есть народа, чтобы больше уже не ходить, а вечно действовать. Новый храм – это всемирное действие всех, никогда не останавливающихся, и его литургия вечна. Вот такая довольно, по-моему, внушительная цитата. По-моему, также, по-моему, это 24 или 25. Вот около того. Ну и вот эта чистая действенность революционная, вот ее апогея, это белый супрематизм. Но чего я еще не упомянула, вот это вот действие бессмыслия, это постоянная борьба различий. Малевичу очень не нравятся вообще всякие различия, поэтому в трактате он как бы сначала различает, а потом вот между чем-то и чем-то, а потом говорит, что на самом деле этого различия нет. И вот в этом это постоянная работа бессмыслия. Ну вот он еще дальше тут пишет, например, «Таковой храм хотелось бы мне заселить, но как к этому много нужно готовиться? Чтобы воспринять на себя реальное действие, должен совершиться во мне полный разрыв с миром гражданского сознания, в которое бы после вступления вместо чистого действия больше не возвращаться. Какая-то большая ответственность лежит перед ним, огромное познание святости. Всякий думает о себе, что он ничто перед Богом и не сможет быть чистым, как он. Но Бог современных религий ничуть не чище самого перед ним молящегося. Я могу быть грешен, ибо снесу свои грехи через покаяние и стану чище, а потом запачкаю себя, но знаю доброту вечного, покаюсь и омоюсь в нем». Но это неправильно, значит. «Но что будет, когда я стану перед собой, за это молюсь, радует, и увижу в себе вечное, и увижу, что всю грязь я складывал в самом себе, и за все время наносил ее столько, что вместо покаяния и очищения я становлюсь еще более грязен. Я увижу, что не перед кем держать ответа, я сам вечный и чистый, только тогда не согрешу, ибо опасность греха погубит и оскорбит самое чистое во мне. Мир движется к чистоте, и в белом супрематизме начнется его новое бытие. И вот мне кажется, что Булгаков не видит Бога, хотя хочет действовать с ним, он хочет единства с ним, но как приобщение, поэтому никогда не войдет в него». Ну, с Булгаковым он там много спорил, хотя, в общем-то, лично не знал. Вот. Вот так это все выглядит. И вот в этом вот круговороте теология представляется, ну, как такой проект противоречий. Это принципиальный проект противоречий. То есть Бог не скинут, но Бог и не на небе, то есть он не трансцендентный относительно творения. Человек — это, с одной стороны, творение Бога, и так об этом пишет Малевич там в другом месте, но человек как бы сам себе создал Бога. Наука объективна, с одной стороны, Валерий стремится к объективности, а с другой стороны, искусство рождается в мире субъективного «я». Супрематизм – это, с одной стороны, лекарство от болезни объективности, но все, в том числе и супрематизм, есть болезнь. Супрематизм – это чистое действие, но супрематизм – это вечный покой. Вот это вот самая, наверное, такая интересная тоже противоречие, чистое действие, но с другой стороны покой. Но это вот такое вот постоянное какое-то мерцание смысла. Вообще интересно, что вот я сейчас это представляю как что-то такое логическое, и как будто Малевич так это все долго обдумывал, на самом деле он принципиально вот в борьбе с предметом и со смыслом боролся также и со всякой традицией, как всяким вообще изучением чего-либо. И вот этот трактат «Мир как беспредметность или вечный покой», он, конечно, отсылает к Шопенгауэру «Мир как воля и представление». Даже существуют исследования там, 70-х годов, которые пишут, что вот это Малевич, ну, то есть берется такие буквально таблицы. Вот у Шопенгауэра так, «Мир воля и представление», а у Малевича противоположно. «Мир без воли и без представления». А на самом деле в одном из писем, кажется, тому же Киршензону, Малевич пишет, что вот проходил я тут по улице и видел в витрине магазина я книгу Шопенгауэра, она называлась «Мир как воля и представление». Конечно же, читать эту книгу никогда в жизни не буду, потому что я вообще книги читать не буду, зачем мне это надо, ну это такой очень эксцентричный тип поведения. Читать не буду, но я, в общем-то, все и так понял, о чем там написано, и я напишу, почему это все не так, и пишу. То есть это, в принципе, вот такой вот постоянный тип поведения. Ну а теперь, собственно, переходим к Владимиру Стерлигову. После вот опыта лагеря под Карагандой в 1938 году, оттуда вышел Стерлигов, Евгений Спиранский, друг художника, связывал религиозный поворот Стерлигова, который, ну, представьте,
себе, что вот Стерлигов это человек, который изучал всю теорию прибавочного элемента, изучал всю теорию супрематизма несколько лет, и этим был, в общем-то, проник. Так вот, пишет он Спиранский о Стерлигове так. Духовный шок, который испытал Владимир Васильевич, и шлях, и путь к спасению, который он избрал, оживляют в памяти имя Федора Михайловича Достоевского. Их испытания сопоставимы в своих внешних и внутренних проявлениях. Однако, в случае Стерлигова эти проявления более жесткие. Не знаю, может, я не имею права делать тут какие-то выводы, но согласно с моими представлениями, решительный поворот Владимира Стерлигова, Владимира Васильевича к религии случился именно тогда, поворот к христианству, к русскому православию. Сначала после освобождения этот поворот был не такой заметный, как в последующие годы. И вот, согласно Сергею Спицыну, одному из старейших учеников Малевича, как-то учитель, то есть, ой, Стерлигов, простите, записал: «По отчеству я византиец, по имени славянин и по духу христианин». Вот здесь вы видите слайд «Цирковые акробаты». Это один из, ну, это одни из немногих рисунков, которые остались от супрематического периода Стерлигова. То есть цирк, вообще тема цирка сама по себе интересна, вот как она возникает в конце 20-х, начале 30-х годов, довольно трагически, так как для Стерлигова, но формально здесь встречаются вот эти вот квадрат, круг и крест малевические, то есть явно связаны. А вот также Малевич квадрат, видим фокусники, также 30-х годов, коллаж Стерлигова. Вот воспоминания о супрематизме, цикл, который появляется уже в 40-х годах, и частью этого же цикла есть и триптих воспоминания о супрематизме, и он явно отсылает к второму христианскому циклу Малевича. Здесь подобная обобщенность фигур, монументальность фигур христиан. В общем, все это чувствуется. Вот еще одна такая интересная работа Стерлигова. Композиция 1940-е годы, то есть тоже как бы похожа на супрематизм Малевича, эти же беспредметные формы, но встречаются вот эти кривые плоскости, криволинейные, которых у Малевича не было. У Малевича, в общем, все довольно остроугольно и не смягчено. А у Стерлигова такие вот смягчения везде. Вот это образцы промграфики Стерлигова 1950-х годов, но довольно такие трогательные, милые. Ну, такой черный квадрат, вроде черный, страшный, а с другой стороны тут вот такое какое-то орнаментальное украшение, уже как-то не так страшно. В 50-х годах Стерлигов работает над евангельским циклом, вот одна из его евангельских работ, «Селанская купель». С другой стороны, он еще работает над циклом «Ангелы». Но здесь он все же еще, ну, себя не находит. То есть понятно, что всей этой деятельностью он, кстати, занимается подпольно, такие работы ему не давали бы делать в 50-х годах, где выставляют, он работает в журнале «Бзинка», там он зарабатывает какие-то копейки. Но все же этими работами он не удовлетворен, так как они, ну вот они какие-то промежуточные. Это как бы и не икона, и не фигуратив, и не супрематизм, может, чего-то он усиленно ищет. И находит он это что-то 17 апреля 1960 года. К тому времени он переезжает в Ленинград, затем в Петергоф. И вот во время этюда на Крестово-Дрижинском, в общем, на Финском заливе, вдруг ему является его прямо клевая, так называемая, но к ней я еще вернусь, и его чаша-купол знаменитая. Он вот известен тем, что открылась ему, так сказать, чаша-купольное искусство. Вот это первый набросок 1960 года. Вот эта дата, кстати, 17 апреля, она действительно празднуется с его учениками. И вот тут он подписан «Преклонимся все». Ну, это образ вот небес. Ну, так вроде непонятно пока, что тут, да? Затем он несколько раз повторяет этот эскиз в цвете. И вот на работу уже 69 года в масле. И вот здесь вот также
вот этот элемент, вот эта вот кривая, на которую я дальше еще обращу ваше внимание. Почему прямо кривая, почему чаша Купа? Для Стерлигова, и чего ему не хватало вот в 40-50-е годы, для Стерлигова важным было не предать традицию своего учителя именно в том, что в авангарде 20-х годов у всех больших авангардистов, вот ленинградских, присутствовала некая такая большая теория. То есть Малевич написал «Мир как беспредметность и вечный покой», это работа на 300 страничек, это теория прибавочного элемента, тоже такой трактат. Все это вот так вот очень обозначено. И Стерлигов, очевидно, если бы он также не осмыслил как-то теоретически вот свое видение какое-то, он, ну, ему бы казалось, что это как бы не настоящее искусство. То есть он хотел продолжить как-то традицию отцов-основателей авангарда, но он хотел также чего-то своего, и он хотел продолжить теорию прибавочного элемента. Несмотря на то, что супрематическая прямая Малевичу представлялась, ну все, конец, финал, дальше уже ничего невозможно, Стерлигову открылась прямо кривая и чаша купол. Что это такое? Ну вот я сейчас это прочитаю, а потом еще прокомментирую. Вот этот элемент прямо кривой. Прямая, которая делит мир на две части. Трудно представить себе большую фантастичность. Состояние этой условной прямой переходит в состояние кривой. Вот прямая, да, вот, кривой. Если представить себе, что прямая вибрирует, вот если вот, вот так вот она вибрирует, и если тут же допустить условную точку, вот здесь где-нибудь, да, то концы по обе стороны точки стремятся показать себя чашей, вот эта чаша, отражаясь друг в друге в обратном отражении, вот обратное отражение. Зеркальность, антимир. Если вибрацию прямой помыслить встречающимися противоположными концами, рождается форма купола, в котором мы живем. Таким образом, прямая – это чисто условное понятие, как и кривая, и мы, живя, подвержены действию то прямой, то кривой. Но о чем он, собственно, говорит? Он говорит, что есть, это уже моя интерпретация, но мне кажется, она имеет смысл. Есть вот прямая, и это прямая, очевидно, Малевича. Ну так он ее видит. Но давайте представим, что эта прямая не статична, вот, не вот пребывает в этом вакуумном безвесии, Малевича, она начинает вибрировать. И вот при этой вибрации возникает вот эта форма чаши. И фактически прямая начинает делить мир на две части, и в его христианской интерпретации эти две части становятся миром горним и миром дольным. И прямая есть необходимым разделением между этими мирами, так как оно неизбежно. С другой стороны, разделение это не абсолютно. Он считал, что у Малевича это разделение было абсолютным. Так как есть кривая, которая вот так вот их соединяет. И, ну, конечно же, с одной стороны, вот такой прибавочный элемент, это была возможность продолжить теорию Малевича прибавочного элемента. С другой стороны, чаша, конечно же, это евхаристическая чаша, и купол также возникает здесь не случайно. Как возникает, собственно, купол? Он говорит, представьте теперь, что вот эта чаша превращается в сферу, ну то есть округляется. И ее зеркальное отражение также округляется. Ну а теперь откуда ни возьмись, ну тут он не объясняет откуда, собственно, появляется еще третья сфера, которая соприкасается с первыми тремя, ну тут, возможно, и цифра в троице идет, ну тут, в общем, все уже начинается так, фантастика немножко. А теперь представьте, что здесь в середине возникает сферический треугольник. И вот если представить, что вот эта вот сфера, и продолжить одну из этих сфер вот сюда, возникает форма луковицы, купола. И эта луковица переходит по кривой, и в общем, все это пространство таким образом, а его в основном заботило пространство, как организованное пространство, состоит из бесконечного множества куполов, чаш, кривых, которые вот соединяют, постоянно соединяют мир и антимир. Но сама терминология мир и антимир, взята из, ну, Малевич ее также использовал, но он ее набрался от Абериута еще в 30-х годах. Вот. Ну и как это все потом воплощается? Конечно, это не буквально все так. Естественно, это с одной стороны есть теория, с другой стороны есть какое-то художественное видение. Они существуют не то чтобы так прямо причинно-следственно, а в чем-то и параллельно. Ну вот иллюстрация, как соединяется вот беспредметное, ну как полупредметное, он никогда уже сам не говорил о беспредметности Стерлигов. И вот христианство, вот пример
его композиция «Натюрморт с тремя вазами», он в чем-то повторяет композицию Рублевской Троицы. Причем как в Рублевской Троице в центре Христос, который указывает на чашу, так и здесь вот эта фигура вазы в центре держит вот такую вот маленькую кривую, точнее чашу, которая также указывает на евхаристическую чашу самого Христа. И вот эта центральная фигура также вот так вот с открытой чашей изображена. Ну, конечно же, в отличие от Малевича, я здесь уже перейду немножко к цитатам, Стерлигов как раз обращается к образу, и мир видит очень образно. Он пишет, что, вот, например, «Физик обратился ко мне, говоря, что сейчас физики изучают только прямокривую. Я ответил, мы считаем, что сила притяжения прямой окружности лежит в образе, но физики пока этого не изучают. Мне не нужны топологии с их тысячами цифр, нам нужен образ». Если вот на примере этой композиции мы можем говорить о том, что он признает вот эту образность в Боге, согласно Иоанну Дамаскину, как я говорила в начале, это первый уровень образности, то он также признает ее в мире. Вот у Стерлигова была серия замечательных, прекрасных по колориту Марий. Они сейчас находятся в Музее истории Петербурга. Выполненных вот как такие вот чаши, там в разных цветах, есть закат, есть дневные моря, вот как мир вот по прямой с одной стороны разделен по линии горизонта, с другой стороны вот соединяется. Причем он соединяется не только по кривой, но он соединяется и цветом. И к цвету я еще вернусь, но цвета у Малевича это, как правило, в отличие от Стерлигова, в отличие от Малевича, это легкие, светлые, с тонкими переходами, без яркого контраста, там черного, белого, хотя черный не уходит. Ну вот его купола. Купола 62 года, купола 68 года. Стерлигов также стремился и к изображению на какой-то образности и конечности в человеке, но также вот таким полупредметным образом. Поэтому вот так вот человек изображен на него иногда с открытой чашей, которая вот буквально открывается в какое-то духовное измерение. Вот эта интересная композиция «Пресвятая Богородица, спаси нас», она называется условно, как и остальные работы Стерлигова, которые, в принципе, называли его ученики. Он их, как правило, никак не называл. Вот здесь изображение праведников, здесь изображение грешников, которые вот так вот стремятся к праведникам. А вот он говорил, что вот такие вот кружочки, которые вы тут видите, это изображение такое условное греха, но, возможно, его преодоление. Еще одна цитата, писал Стерлигов: «Я хочу установить связь с всечеловеческой сокровищностью. Всечеловек работает для нашего Господа Иисуса Христа всегда, ныне присно и во веки веков. Аминь. Он работает до кровавого пота, чтобы превратиться в нового Адама. Я повторю, всечеловек работает с единым целым в середине себя. Конец, который был явлен в начале, явление Христа. Встреча начала и конца, которое означает ныне присно и во веки веков. Аминь. Отсюда вывод. Образ более реальный, чем сама реальность». Ну, таким образом, конечно, в отличие от Малевича, Стерлигов представляется очень иконичным. Теперь, что касается цвета. Вот в одной из записей Стерлигов пишет так: «Конец цвета при невидимом начале». И невидимое начало для него это антицвет, или не цвет его не мира. Антимир он также называет не миром, но это как бы высший мир. Вот он пишет так: «Когда форма и цвет в неразрывном единении рождаются в чашном мире, тогда и чашеподобная кривая мир показывает обновленным. Динамическая статичность форм, которая несет в себе наивысшее напряжение, несет в себе бесчисленное множество цветовых сочетаний. Чрезвычайно важны цвета не мира. Они важны для мира в мире, для цвета в мире. Их невидимое присутствие открывает кривая». То есть кривая как бы из немира
приносят вот эти цвета. Ну вот, интересно, вот в связи с Малевичем из православной традиции, как раз отношение Стерлигова к черному цвету. Для Малевича черный часто становится абсолютом, тогда как для Стерлигова вот черным изображается грех, изображается зло, изображается страдание. Ну вот как здесь, например, Голгофа. Ну вот здесь вот кресты, вот цветные фигуры, которые все как-то увеличиваются, увеличиваются и осветляются. А здесь только одна черная полоса, которая как бы вписывается в светлые цвета всей композиции. Черный не абсолютизируется, никогда не иконизируется. Вот еще один пример, как Стерлигов как бы преображает, переинтерпретирует супрематизм в своем чашно-купольном искусстве, его рисунок богослужения. Вот священнослужители в черно-синем здесь у престола явно супрематические, то есть это буквально цитата. С другой стороны, все пространство здесь организовано как его излюбленная чашно-купольная. Совсем другое отношение к супрематизму. Теперь, что касается апофатичности у Стерлигова, ну, он об этом сам прямо, конечно же, никогда не пишет, но пишет он, например, так, вот цитата. «Святые отцы заметили укорененные мысли, ужасное мертвое царство в человеке, неспособность к подвигу. Тем временем, как же без него? Это грех. Человек должен освободиться от укоренения. Это очень сложно. Старцы развили способы освобождения от укоренения, но одни не подозревают ужасного врага в себе, другие не хотят его знать. Сила недоказуемой логики возникает и питается верой. Недоказуемая истина всегда благо, всегда позитивно, поскольку неизлечимое, нескончаемое рождение есть вечное проявление Христа Господа через людей. И часто Стерлигов указывал на тайну, которая должна быть в искусстве, точнее, вне искусства, на которое должно обращаться искусство, и это как раз вот та вне рациональная тайна, которую Малевич не находил. И вот интересно, как писала жена Стерлигова, Глебова, ученица, между прочим, Филонова, другого ленинградского художника, об отличии, с одной стороны, Малевича, с другой стороны, Филонова и вот Стерлигова. «Школа Филонова стремится к наивысшему раскрытию тайны и ее уничтожению путем анализа». Ну, я думаю, вы представляете себе, как выглядит работа Филонова. «Школа Малевича стремится к наибольшему сокрытию тайны и ее уничтожению путем изымания всего жизненного. Их действия полярны, но оба они стремятся к одной цели – истребить тайну. Фанатичность обоих мастеров, то есть Филонова и Малевича, прямо пропорциональна огромности и недосягаемости задания. Отсюда изобразительная сила, которая в них развивается, та сила их индивидуального влияния на учеников и последователей. Стремление разрушить тайну выявляется дух революционного времени. Ну, а Стерлигов как раз ищет соединение с тайной через точку веры, которая на вот его этой прямо кривой может быть обозначена как точка, из которой возникает вибрация. Вот это интересная его работа «Пустыни в пещерах». Ну вот, пещеры, организованные как такие купола и чаши, вот здесь также такое некие чашечные ответвления. И вот здесь, вот в правом углу, мы видим пустынника, на которого вот по линиям этих кривых снисходит буквально вот благодать этого цвета из немира, из этой тайны. И тут мы видим, ну, можно говорить о вот этой вертикальности, которая не было у Малевича, апофатической, катафатической, но вертикальности движения. Но с другой стороны, Стерлигов также говорил и об алогизме, тот же термин, который использовал Малевич, говоря о своем коловороте, но термин этот Стерлигов абсолютно переинтерпретировал. Ну, например, вот его эскиз
Москва, Коломенская. Здесь изображение церкви, в котором вот люди изображаются буквально перевернутыми вниз головой. Вот так вот божественная реальность как бы переворачивает все. И далее Стерлигов говорит о пошатнувшемся пространстве, как тоже алогично. В нем нет уже таких устаканенных каких-то также отношений верха, низа. Он пишет, что вверх падает вниз, там вправо падает влево. Происходит, как он пишет, замена, переход в новую форму. Богомладенец в яблоко, сердце в дерево, Богородица в купол. Могут возникать новые формы, которые внешне на первый взгляд необычны, но внутренняя логика при духовном начале всегда есть. То есть может быть все как угодно коловоротно, но при этом должно быть внутреннее духовное начало. Ну, вот это примеры такого пространства, построенного в таком начале. Вот путешественница 1963 года, обратите внимание на этот маленький корабль, который тут плывет. У меня, к сожалению, нет слайда, похожего на слайд с фокусником, где такая старая бабушка, как бы из квадрата изображена, по которой тоже плывет такой маленький корабль, очень трогательный. Это я, наверное, уже пропущу. Стерлигов говорил о необходимости современного канона христианского искусства. Это вот самая интересная, наверное, часть. И интересный элемент состоит в том, что этот канон, он стремился построить, обращаясь формально к тому, чему он научился в русском авангарде. То есть взяв за основу вот Малевича и вот эту школу, но при этом христианизируя его. И как это возможно было? Вот это изображение, вот такая программная работа, композиция с черным квадратом, показывает, как он вписывает буквально черный квадрат в купол, и здесь вы видите такую маленькую чашечку, которая как бы открывает его к тому духовному измерению, которого у черного квадрата у Малевича в принципе быть не могло. Интересно, что работа эта находилась на мольберте в квартире у Стерлигова в Петергофе под стеклом, и вот так вот на ней висел крест. То есть это как бы вот эта чернота, она переставала быть абсолютной, она освещалась, она приводилась на круги своя. Вот еще такие примеры использования квадрата, вот пошатнувшееся пространство, также квадрат внутри таких чашно-купольных структур. Это очень красивая работа, довольно большая, здесь, к сожалению, цвет не передан. Или вот из квадрата также появляется ангел. Ну или вот такая прямая отсылка к Владимирской Богоматери. Здесь уже квадрат осветлен, он не черный, и из него проступает лик. Хотя, в принципе, Стерлигов писал, что лик, он стремился к тому, чтобы в искусстве проступил лик, но он все же не проступил, не вышло. Он не рассматривал свою попытку такую прямо успешной создания этого канона нового христианского искусства. Каким образом можно интегрировать вот эти формальные элементы авангарда, который, ну как я показала на примере Малевича, противостоял во многом христианству, в христианский канон? Стерлигов говорит, что традиция есть признание всех форм прошлого для современности при условии вот этого духовного начала. И тут, конечно, для меня, например, вообще специфика и такой интерес этого эксперимента в чем? В том, что Стерлигов, не соглашаясь со взглядами Малевича, при этом не стремится его уничтожить, как это произошло с соцреализмом. То есть, когда в 30-х годах на Малевича начались гонения, его буквально стали убивать, а его картины, вот это сейчас можно увидеть в Третьяковской галерее на Крымском валу, там есть фотографии, у меня, к сожалению, их нет, изображающие, как в 30-х годах представляли вот это беспредметное искусство. Его подписывали, там, это примеры, то есть, вот показали, это было так в Германии, и подписали, это пример там индивидуализма, капитализма, загнивающего, в общем, всего-всего-всего. И таким образом осудили, сказали, так вот, мы вам это показываем для того, чтобы вы поняли, что так делать нельзя, вообще мы это все уничтожим, как и творение, так и самих художников, и сейчас все будем работать в одном правильном направлении социалистического метода. Но это вот такая одна крайность.
С другой стороны, крайность Малевича, ну как бы пропаганда этого, для Стерлигова была также неприемлема. И вот его эксперимент состоял в том, чтобы как-то это наследие, не лишая его уникальности, именно преобразить. И вообще вот идея преображения была для него в этом смысле центральной. То есть черный квадрат лишается, будучи вписанным в традицию и соотнесенным с традицией иконы, в том числе своего какого-то вот этого отрицательного, отрицающего все такого чисто действенного потенциала и вписывается вот в этот чашно-кукольное пространство, при этом как бы оставаясь самим собой. Вот. Ну и в заключение вот такой слайд, где из этого же квадрата проступает тень самого Стерлигова. Ну, хотелось вот в конце сказать так, что сейчас я это все представила довольно так сухо и схематично. На самом деле Стерлигов сам по себе был очень живым и динамичным человеком. Он постоянно шутил, он писал так по-абериутски, он себя считал абериутом тоже. Он постоянно делал какие-то непредсказуемые вещи. Он мог прийти, например, на открытие выставки какой-то в Союзе художников и на веревочке волочил за собой книгу, я сейчас забыла ее название, известная книга появилась, которая критиковала модернизм, но тем не менее это была первая советская книга, ну такая настоящая о модернизме. Он это называл старой бабушкой, которую вот он за веревочку несет. В общем, это тоже довольно-таки эксцентричное делал действие, но как-то в другом ключе. И вот записи его дневниковые, они тоже довольно яркие. Он был в Ленинграде в свое время, считался таким культовым интеллектуальным художником, к нему стремились, он был единственным, кто создал свою школу. Другие все-таки были более индивидуалисты, а он стремился к такой цеховости, но в том числе, наверное, это также было связано с его представлением вот об иконе. Вот в украинском искусстве это был Бойчук, но это еще было раньше. Вот в Питере Стерлигов свою школу, стерлиговцев, они до сих пор существуют, хотя и разрозненно теперь работают, и не все, конечно, в чашно-кукольном искусстве, все уже там в чем-то своем, но он это создал. Ну и, конечно, для 60-х годов это было явление уникальное, то есть соединение вот авангарда, православной традиции, какой-то такой вот современности, ну, чисто той актуальной культуры. Вот, ну, что я тут еще не сказала, ну, вроде так все. А, ну и еще что, вот то, как он пишет о Малевиче, еще раз просто подчеркну, не соответствует тому, как Малевич пишет о себе. То есть, если Малевич пишет, например, о белом квадрате как религии чистого действия, то Стерли говорит, белый квадрат на белом, как это прекрасно. Это частичка там чистоты в чистоте, это как церковь в Коломенском. Это, ну, то есть он его абсолютно как бы переинтерпретирует, переговаривает. Вот в этом его спасибо. Ну, все, спасибо.